В последнее время запрос в интернете «Как сесть на шпагат» практически сравнялся по популярности с хитом «Как похудеть». Многие люди подписываются на аккаунты, где люди так думают ехать. Все стремятся сесть на шпагат как можно скорее. Оказывается, существует метод, который позволяет растянуть мышцы буквально за считанные. В 80-х годах при подготовке к Олимпиаде ученый Назаров изобрел эту методику биомеханической стимуляции. Создаются некие вибрации, которые действуют. Ну, люди начинают видеть даже прогресс уже после первого занятия организма. Для чего же и кому необходима растяжка? То есть либо это, соответственно, для художественной гимнастики, либо для танцев. Очень много у нас и из йоги приходят. Там дальше очень сложно будет заниматься. Нам даже приходят люди за 40 лет, за 50 лет. Желание быть в спортивной форме в любой глаз. Специалисты утверждают, что занятия шпагатом позволяют похудеть и вернуть стройную фигуру. Если вы в тренажерном зале работаете с весами, или вы на растяжке работаете на растяжении мышц, это такая же физическая нагрузка. Шпагат всегда считался прикладным направлением к различным видам спорта. Но в последнее время он стал вполне самостоятельным ответвлением фитнеса.